снежная каша, гололед с ревом вырывающейся из снежного плена автомобили. С наступлением зимы такую картину у себя во дворах уже привыкли наблюдать жильцы большинства многоквартирных домов Брянска. Объехав множество дворовых территорий советского района, исключений мы не нашли. Вот один из ярчайших примеров. Тихий заснеженный дворик по улице Авиационной. И снова та же картина. Пробирающиеся по снежной каше пешеходы и увязающие в снегу автомобили. Платим регулярно. Ну как же. Уже за этот месяц когда-то убирали, здесь вы не видели? Нет, нет, их не видно. Да здесь не убирается. Ужасно, я говорю. Машины к магазинам особенно подъезжают, пробуксовывают. Плохо дворы чистят, конечно. Неудивительно, что некоторые из жильцов уже смирились с таким беспорядком и уже не пытаются достучаться до ответственных за этот кошмар лиц. Мне все равно. Я тихонечко прошлась и назад. А это молодежь, пусть дети. А подскользнете, сляньте лед. Ну, что делать? Поднимусь. Мы постарались разобраться с этой проблемой, и, как выяснилось, действительно найти тех, кто должен наводить порядок в городских двориках, очень сложно. Здравствуйте. В домоуправлении номер 11 нам пояснили, что за дворовые территории они не отвечают. Убирают только дорожки, ведущие к подъездам. Я работаю буквально здесь 10 дней, я пока вникаю в дела только, да, вот изучаю вопрос. Но то, что я проезжала и видела, наши территории убираются. Подходы к подъезду убираются. Только подходы к подъезду. Да. А вот эта дорога, которая это идет между домами? Между домами нет. Вы не отвечаете за нее? Нет. А кто это? Но это вообще-то спецавтохозяйство должно заниматься. Но, как нас заверили в спецавтохозяйстве, и они не несут ответственность за дворовые территории. В итоге выясняется, что вся путаница связана с размежеванием. По правилам благоустройства придомовые территории должны убирать управляющие компании, кроме тех, которые размежеваны по отмостку. Это и есть территория спецавтохозяйства. Но она составляет только 20%. А 80% дворовых территорий принадлежат управляющим компаниям. И именно они должны заботиться о том, чтобы дворы были очищены от снега и льда. Екатерина Зодина, Евгений Седачев. События, Брянск.